Пускай Руслан сеструхе покажет, да? Да. Деда есть? Нету ее здесь? Да навряд ли. Хотя черт тоже, может она где-то... Ну, доска почета какая-то тут. Тут... Да я говорю, доска почета, говорю. Какая-то, блин. О, Рома Юда. А когда я писал, я даже не помню, слышь? Ага. Где? Ну вот прям на углу, глянь. Эй! Вот внизу. Где? Покажи пальцем, тыкни. Вот. Ниже опускай, это высоко. Сейчас, подожди. Ой. А, вот, на углу. Да я говорю, я даже не помню, чтобы я это писал. Ага. Ромаю. Фига себе, даже я тут есть. Я тут не расписывался никогда. А самые, по-моему, древние гаты-то, по-моему, с той стороны. Там с той стороны что-то еще есть, что ли? Да нет, а вот той, вот этой, вот. Так, вот у нас... Заковала жила, теперь того же нету дома уже. Вот фабрика у нас. Ага, вон там бытик еще, видишь, этот маленький. Котельная там. Угу. Мехцех. Так а что ты, шахты начни, Лёв? Сейчас, а я уже снимаю. Да сейчас по чуть-чуть так. Пески. Погнали на пески, Лёв, на мотоциклах простекаем. Вот нижний поселок. Так это что у нас там? Плоды. Вон двухэтажку, а, ну двухэтажка здесь старецкая, не видно. Ну видно почему, немножечко двухэтажка. Лёха, а вот это Айон у нас получается или не Айон? Ты, кстати, нет, это не Айон, да? Сейчас. Да можно было бы на штатив поставить, да? А? Здесь. Здесь на штатив можно поставить. На штатив? Угу. Да ладно. Вот фабрика, которая давала олово нафиг. Вот шахта, которая давала. Да. Это вот у нас шахта. Серп и молот еще не украли, блядь. Еще остался. Как же так, а? Ага, и вон этот шпиль для флага, или как он называется-то? Флагшток или как? Флагшток. Ага. Это бурозаправка или как она тут называлась? Что это такое-то тут? А, бурозаправка там где-то внутри, да, по-моему? Ну, сам быт. Не, правильно, вот она и есть, да, бурозаправка, правильно. Вот ага. По этому туннелю идешь, как раз, да, вот она и есть бурозаправка. Вон электроцех. Я снял уже. УГК, ты хоть говори, где он? УГК, эти ХРПские гаражи. Все разбомблю, все разбито. Да. Все. Хана в Алькамее, блин, все. Умер. Так. Панораму. Вот это вот была у нас когда-то почта. Говори! Я уже сказал. Знаете, вот это что? А теперь снимет слева, справа. Да, какая-то война какая-то была нахрен, блядь. Кому делать нехер было, а? Подожгли, спалили, и так все рухнуло. Да, нафиг почта какая-то была. Иди дашку сними, что с ней стало. Вот это вот эти домики эти, ага. Домики, везде разруха, блин. Война. А тут, блядь, тут даже эти окна повыставляли, блядь. Ну, тут все позабирали, все гребут. О! Да. Ну все. Так, хорош, панорамку снял. Так, вот это наша родная школа когда-то была. Да, ступеньки поразбирали. Кому они нахер нужны были, а? Кошмар какой-то. А что, тут доски, видишь, хорошие были, наверное, что-то. Видишь, это краи поразбирали, блин. Лозунги. Он тайни, а с трубой нафиг. Сними плакат. Угу. Сколько ему лет нахер уже, да? Да кошмарно.
стоит у нас управление. ГОК. Ильяский горно-обогатительный комбинат. Чмошный такой, наверное. Почта здесь, ну, ничего. Ага. Да. А вот почта теперь с тыльной стороны, с фасада, как говорится. Нихера ты, блядь, экскурсовод, блядь. Ну а че, чтобы понятно было. Вот это котельная, что осталось от нее. Кошмар какой-то. А тут было три поросенка. Магазинчик. Ага, все уже, их уже нет. Пиво продавали где-то вот здесь раньше. Вот тут вот бесвалка была. Ага. Пиво. Здесь вот были три магазина. Так, там у нас вот эта вот баня была когда-то. Вот это вот она, баня была. Столовый, вот. Ага. Первый бар. Этаж, первая пятиэтажка у нас на поселке, которая появилась. Ну, не первые две же. Ну да. Это вот столовая. Столовая. Клуб. Горняк. Ну, сейчас я там поближе. А стоим мы на центральной стрит. Да, это вот у нас улица Комсомольская. Это улица Комсомольская. Так, ну. Это вот у нас клуб «Горняк». Клуб. Где прошла вся наша молодость? Да. Дискотеки, кино. Афиш нету, но лысый остался непоколебим. Искусство принадлежит народу. Да, да. Тут программа приезжала, снимала что-то тут такое непонятное. Корреспондент своя. Ага. Разруха полнейшая. Добавим. Полейка. Да, Рома тут вообще добивает, блин, все. Не попал. Добивает, а. Трохот больше, да. Блин, аж руку потянул, булыган здоровый там. Понимаешь? Ага. Вот это окно, которое двойное, видишь? Давай. Да, блин. А тебя пленки на посёлке. Так, это профилакторий. Как-то там вкусно кушали мы, блин. Пузо отъедали. О, стадион. А, ну стадион тогда оттуда, да, с Баковского? Ага. Санаторий, профилакторий. Это не просто так. Никто не забегал авто. Но... Так, вот у нас тут столовая 5. Там, отойди-ка, загораживаешь весь фон. Так, столовая. Здесь вот был и магазин. Овощи. Мясо, овощи. А, оно уже трухлявое. Бабу-ягу. Наш пандорили нафиг. А, вот, да, черт упал, да? Черт еще был, наверное. Все с этого беды начали, как у меня, наверное, да? Напряг! Это у нас был книжный магазин когда-то. А здесь молочная кухня. Да, где-то тут еще больница наша, по-моему, была. Вот она. Вот она больница. Больница. Так. Ну вот, в принципе, такие вот дела. Нездоровые. Конечно. Так, спортзал. Это спортзал. Балкон на клубе. А? Я говорю, балкон на клубе, тусовка местная была. Гастроном сзади, вид сзади. В общем, страх полнейший.
Что там? Когда ты помнишь, в клубе там целые лежали? Бля, мульцевый с пробочкой. Ну, одевай. А? Одевай. Там здесь какой-то грязный. Так, это стадион, блин. Собирались строить. Строили, сколько лет нахрен. И никак не построили, блин. Даже не построили, а. Да, вот это садик у нас, по-моему, самый старый, да, по-моему, садик вот этот вот. Как он называется? Как он назывался? Я что-то уже и забыл. Лопелёк. Да. Вот это у нас постсовет. Прикинь, еще даже вон в Алькумей название осталось. Исполнительный комитет в Алькумей. Где? Где она? Где такую домину нафиг на материк себе жить в ней? Ага, где в Алькумей-то? А вот слева красная, надо взять входа. Да. Народных каких-то там и тому подобное. Не, почему? Поселковый. Ага, да, народных. Чаунского сейчас. Это общага мужская. Общежитие. Сейчас сними баки, Лёх. Скажи, сейчас мы будем снимать. Да, сейчас мы поедем туда на баки и попробуем оттуда снять панораму. Вот так вот. Оттуда хоть в Алькумей будет смотреться более-менее. Это улица Космонавтов. Да, наша родная. Да. Сейчас мы поедем туда, там поснимаем еще. Сейчас поехали сюда. Опять стадион вот отсюда. Нет, там немножко он захватывает или поле. А, кстати, 2 градуса скрепили. Ага. Садик новый самый, как он назывался? А вот я не знаю, как он, забыл. Так, где он у нас? Веснушки, ёлки-палки. Где он у нас? Что-то я его не вижу. А ну... Ниже этого сразу. А ну вон он, да. Стадион. У них куда-то первое здание вот там. Вот это вот садик. У нас самый крутой считался, новый. Веснушки. Там же бассейн, да, был? Да, говорили, чёрт его знает. А мы же тогда лазили, там нифига никакого бассейна не видели. Может, мы не долезли? Школа, пристройку новую сделали. Да, вот тут пристроечки все, это у нас что? Так вот школа, да? Садик, там школа сзади. Каланча, вон вода наборная. Ага, это вот постсовет сзади. Крыша, и это вон виднеется. Вот туре, да, угу. Котельные трубы, 4 трубы, 4 кота было, нифига себе. Так, вот эти наши дома. Улица Космонавтов. Да, вот он дом мой. Вот он мой дом, родной. Окна с ними. Угу. Вот они наши окна это были. Целые еще стекла, да? Это не помню, это мой дом, подожди, снимай или нет. А ну правильно, вот он мой дом, он стоп. А сарай налетает. Ну вот, да, вот они окна мои, вот они. Сарай он тоже. А я потом сниму туда. Это ровно твой дом, да? Ага. Космонавтов 2. Крышу разобрали, да? А? Крышу разобрали. Окна выбиты нафиг. Угу. Одно на кухне забито, еще как батя забивал. Угу. Бойлер нужно снимить. А, музыкалка еще как раз пропитывает. Угу. Сейчас. Говори. Ну, вот еще вот бойлерная. Музыкалку заснял, крышу он забит, музыкалку. Пристройки. Ага. А, ну пристройки-то, в принципе, давно их, да, сделали? Да, она уже давненько, эта пристройка. С одной стороны и с другой стороны. Музыкалка, так. Ну, это опять нижний поселок. Насосная, и как она там называется, компрессорная. А, да, вторая компрессорная, тоже в шахте будет. Ага. Ну, в общем, такой где-то примерно видок. Только мне осталось. Да, вот еще на сопку залезть, да, там был вообще. Вообще план.
Смотрю, пост. Три на входную другую к ним. Засыпкой. Кому теперь воду здесь хранят? Угу. Снимаешь, нет? Сейчас. Водохранилище наше, где мы воду пили раньше. Откуда воду пили, да? Ну, с Тринавки, да. Купались. Тринавка, 13-я шахта называется. Тринавка. А, это вот та дальняя. Вон там старая. Вот Тринавка старая была. А это тоже немножко досыпали, залили новую. О, мало воды уже стало. Ага. Купались когда-то там, там нехило так. Шо коконы сводило нафиг. Да уж. Что-то как-то синюшнее все стало у меня. Солнце-то не мешает? Я сейчас отрегулирую. О. Что-то ветерок разгулялся. А у тебя нет против ветра? Включено у меня. Да? Ага. Так, а это баки. Тут у нас стояли, вода набиралась и шла к нам. Мы на бойлер, пили, да. Вот там на том углу ты покажи, шашлыки все видно. А, ну тут да, в принципе, шашлычки постоянно у нас были. Тут коронное место было. У нас сопка. Сопка, куда неоднократные поднимания делали. Лазили постоянно, но... А тут когда-то куропаток гоняли, блин. Тут опять поселок. Снимаю крупным планом. Ну все, вот это. Чуть-чуть, да? Ну, тут все примерно. Да, здесь только умеет. Конечно, тут все равно мало, да, домов? Видно, что нормально. А? Нормально, видно, что вот, нормально. А, вот, да, видишь. 20 минут уже. Ну, хорош. Так, вот еще наша улочка здесь, космонавтов. Потом с верхней космонавтом. Вот это вот мой родимый подъезд. Это вот мои окна. Это мои окна здесь. Сейчас вот пойду зайду еще раз, сниму квартиру. Сними тоже и мой дом сразу. Да, это вот Ромин дом, ага. Тут постоянно носились, а, блин, как угорелые. Тут на санках катались постоянно с горки. Вот сзади тут еще у нас площадка. Опять этот бойлерное солнце. Вот. Мазила. Тут книжник космонавтов. Ты посмотри. Заходим в подъезд. Ты машина, блин. Так, пошли посмотрим. Ага, вот рама. Минскача от нашего первого, да? Ой! Ноги нахрен не поломать бы. Да, ну смотри под ноги. Поднимаемся на второй этаж. Так, мой почтовый ящик живой. А, какой-то нафиг. Вот, у тебя стоит. Тут почтовый ящик был. Вон он валяется. О, мой почтовый ящик. Ёлки-палки, а? Вот она. Покажи, как трубы разрывает, нафиг. Наша. Угу. Вот началось все с того, что как начали лопаться трубы у нас, вот. От мороза. Да, ему такая грязь на... Вот так мы здесь жили. Спал я, в общем, в шубе и валенках, нафиг, здесь, блин.
куда это все происходило. А тут волны вылазит. Все, ну засними-ка меня, как я тут платье, значит. Помнишь, как мы волны? Сейчас. Дай окна и обратно. Ага, это в этом у Коробка, помнишь, в подъезде, постоянно по трубам лазит? Да, только у него две. В пятках играли. Ты слышишь, оборется мне по черепу удар. Не говори. Ну нафиг такие шуточки, блин. Вот показал. О, лестница на чердак. На чердак не полезет? Да, наверное. Да, вот это моя квартира. Ой, давай. Номер три. Давай, подожди, прикрой. Номер три. А тут сразу прихожечка была. Сортир. Да, тут как туалетник. Вот там туалет был. Даже сарай, он сюда видно еще. Ну что, теперь комнат видно, да? Ага. Да, ну, темно. Да, вот тут наша хата, ёлки-палки. Тут ваш шкафчик еще, помню, постоянно тут игрушки, как ваши игрушки валились нафиг по всяким, блин, солдатики, там чего только не было. Вот тут вот сейчас заходим в зал у нас. Вот это когда-то он был, когда-то был наш зал. Вот, вот тут есть. Да. Аж не верится. Здесь когда-то мы были, а? Были, жили. О, ёлки-палки, это слона мы рисовали. Еще, помню, с Пашкой, что ли. Смотри, еще... смотри, что я нашел. Ну, сколько нам было лет-то, ёлки-палки. Нет, это. Уже не помню, маленькие совсем были. Ну, что, упражнение тут. Вот, с этого я все начинал. Корячился, блин. Тут батя полочку делал сам. Книжную. Так я делал. Держится еще не отобью. Да. Вот тут пойдем в спальню. Спальня-то. Тут спальня одна у нас была. Вот такая спальня была. Это чья спальня была? Да тут мать, отец. Вот спальня. Анька малая. Вот тут вид с окна. Двери ничего нет. Так, это вторая спальня у нас. Это вот ваша, да? Пашка? Да, мы тут спали, ага. Я, Пашка, и Димка, по-моему, спал, что тут еще одна кровать у нас стояла. Народ тут дофига было, блин. Короче, обои остались. Тут вещи у нас лежали на полочках, этих вот вещи. Тут, по-моему, сейчас еще стиралка постоянно в углу стояла. Вот. В чемодане твои запчасти лежали, помнишь, поездные? Ага, были. Фото всякие эти самые. Чемоданчик фотографический какой-то был. О, даже. О, Дед Мороз, сколько ему лет? Ёлки-палки. Я думаю, глаза были. Да. Да. Полочка была. Ой, батареи тоже лопались. Еще когда я тут жил. О, так мы батареи. Занимались, когда минус был. Штаны к рукам принесал. Да. В общем. Последствия-то качалка здесь у нас была. Сарай там наш. Пошли на кухню сходим. Так вот эта кухня. Кухня, кстати, большая, да? Угу. Была во те времена у нас. Да и сейчас, в принципе, она не маленькая. Кухонь. Да нифига себе, глянь, тут на... Вот, станок для пресса. 4 на 3, тут 12 квадратов нафиг. Угу. Только кухня, тоже батареи. Даже слушай, тут больше, чем 4. А тут сарай. Вот это вот наш сарай был, вот он. Наш сарайка. Где санки исполнены, да? Угу. Ой, какое время было. Так, подожди, у вас же два, по-моему, сарай было. Ну, было вот второй по рядом, точно сарай этот был вот. Не помню, батя кому-то его отдал. Тут у нас были. Тут у нас. Ну тут, кстати, твоя выжигалка осталась. Ага, Пашка выжигал, кстати. Сними. Забрать ее на память. Ну что, забери.
А вот это, смотри, помнишь, ты это как-то... Это волк, переливалка такая, а? Да. Сколько лет уже, елки-палки, все еще живая, а? Ну, а это, по-моему, Пашка выжигал, или ей уж не помню, кто, или вместе мы выжигали, кто вот выжигалка. Тоже, елки-палки. У себя я не помню. Да. Выходим с кухни мы. Ой, ну кухню бы сейчас бы такую защитить. Да, да, смотри, классно, квадратная кухня, например, видишь, какая, не почти, квадратная, ну почти. Я не понял, ну квадратная, да. Ну нифига себе, ёлки палки, сейчас такую. Тут туалет. Да, ну. Тут у нас инструмент хранился. Долбёжный. Вот. Да, всячески тут. Тут какого хлама только не было. Ну, такие вот у нас дела. А по-моему, ты крест уже тут метки купили. А то тут Метко жили. Кто? Метко. А, после них же другие. А после них эти жили тоже, как их... Забыл, зараза, фамилии тоже знакомые, кстати. Знакомые, так, ну все. Снимаешь? Пошли мы, а? Снимаешь? Снимаю. Пошли мы, короче, выходим. Это вот тут Солей жил. Который монахи штукатурка вступил. Так это старые кричали, а мы там бесились на их малые, они там все орали, блин, штукатурка в борщ рецепт. Вот тут вишняк, вишняки жили. Вишняков. Так. Да, вот и весь подъезд. Да. Классный. Жили? Куда-то. Тут колбочка была чья-то, не наша. Ой. Да, вот это наша рама тут будет. Я не боялся. Ну, сколько ты снимаешь, смотри, видишь, что-то зашло? Ага. Видишь. Так, ну, в принципе, вот такие дела. Тут подъезд этот, короче, тут подков деревен, коробок жил. Андрюха. Вот мы тут угорали. Там вот Стас сколько жил, тем. Да, пока мелкий был. Да. Потом куда-то свалил, значит. А потом опять приехал, уже в том доме жил. Почему-то. Такие дела. Ну ты вообще нахер, ты что делаешь-то? Смотри, Лёв, перемотай, смотри. А я еще не успел нажать. Не нажал еще? Не, все уже снимаю. Это вот этот дом. Еще раз общим планом свой сниму. Так, вот Ромин дом. Вот окна. Я пошел к тебе домой. Давай, заходи. Ну завтра, в общем, увидимся. Ага. Кошмар, здесь кошмар. Ага. Ну пошли. А ты будешь внутри снимать? Ну давай. Появился? Там проявляется, да? О, ага. Вот это Леха у нас, да, такой стал. Да, это я вот, блин, такой. 31 год спустя. Вот, кто-то заходил сюда постоянно, блин. Да. Ой, подожди, надо поближе, да, на всю? О, не, на всю много. Ага. Так, это вот. Так, а вот тут мы жили с Русланом. Коруно, тут табличка осталась. Да, ну Коруно, так сначала тут жил этот князь. Ну, так потом Глухова жила, да? Нет, Глухова она вот на втором. Есть, да. Нет, на втором этаже, вот а, такая да. Же хата. Какой кошмар, да. Тут не залишься, нихера вот, нихера там ровный. Слушай, нифига не видно, стой, подожди. Чего я нифига не вижу, Лёх? Выходи, выходи сюда на фон. Все, заходи. Или я приблизил, или далеко? Нет, ты убери приближение, не надо. Чуть-чуть подальше сделать? Кошмар, у меня нельзя вступать будет. О, ёлки-палки, на всю. Удали вообще, помню. Да, я самое ближнее сделал, да? Ну все, заходи, снимай. Кошмар. Почтового ящика не осталось. Вот, вот тут все время ломились к нам, да, и мы все время так стучали нафиг. Ага. Романет! Батя, выходил все, кого он? Нет никого дома. Никого дома нет. Не, или кто там он, да? Да, вот это вот такой хлам у нас. Ужас, как у нас помещался все здесь? Да это не наш, я говорю, ну вот диван это точно не наш. Это я говорю, подтаскивали все, не было у нас этого. А я не знаю, где она. Не, нормально.
Это все поставили. Я говорю, вот это тумба, блин. Нет, тумба была, да. Вот этого дивана это не наше, я тебе говорю. Я тебе говорю, это кто-то что-то таскал сюда. Не, а на кухне, да. Кошмар. Ой, тут там нахламили. Я тебе говорю, вот это наш, не наша тумбочка. Вот. Не было у нас ее. Я тебе говорю, это все подкидывали. Вот диван это точно не наш. Тут вот в основном у нас тут коробки были, а тут вон, глянь. Ну доски, я не знаю, фанера такая, по-моему, тут. Я знаю, ну чё. Ну ладно, ну а чё, я хоть вид вокруг. О, наша с Русланом танкетка еще осталась живая. Зато какой у нас был вид прекрасный из окна. О, тут Лёха появился. Лысой башкой. Слушай, мне тут не навернуться нафиг. Ты сейчас с камерой полетишь нахрен. Да вот же не говори-то. Да вот тоже. Ладно, я только чисто панорамку сниму, вот какой вид был в окно. Я любил в окно все время смотреть. Ой, ладно, все, выхожу я. Ага, все, вот. Это на. Господи, чуть не упал. Это наша трусла. О, тут тоже хлама. Вон какие-то окна поставляли в кучу, до этого нашего не было ничего. Захламили всю нашу хату, а тут мы, короче, с Русланом спали. Вот там, вот в этом углу стояла как бы моя кровать в длину, а вот здесь Руслана кровать. А тут зал, мы тут все время бесились с Русланом. Ой, ну ладно, все, выключаю, то тут нечего снимать. Давай! Вот Леха у нас на мискаче на своем. Когда-то для нас это была, казалось, непреодолимая гора. Вот. Вот на таких мопедах катаемся пока еще. Да, вот. Все, гаси давай. Садик. Поехали дальше. Подожди чуть-чуть. Ну, давай, езжай. Ага. Я заведу. Что-то не заводится. Ты хоть ключи, ключи воткнул. А? Ты хоть ключи воткнул, говорю. Да, да. Ну, я просто только стоял бензинку. Как заводится стол толчка? Как на лоб, блин. Слушай, ты таймера не хочешь, блин. Ага. Нейтраль поставь. Планета работает как часы. Давай. И судьба. Да. Так, вот этот дом Васин, Вася твой дом, кстати. Тут подъезд твой, когда ты жил. Вот твои окна, вот это твоя кухня вот эта вот была общая. Ё, на втором этаже жил, да? Угу. Ты не помню. Твоя кухня. Справа, да, окно? Ну, главное. Ну, справа. Тут были сараи, пожгли. Твой сарай где-то здесь стоял, пожгли нафиг. Ага, и короб он сгорел. Вот такие вот дела. Лёха, затними еще, где я жил, потом ага. Пятиэтажку. Вот. И сарайку, которую вот ты... Вот твои окна тоже, да, здесь три окна? Ага. Пинчуков, еще Пинчук там сначала жил. Ну. И сарайку он тут сними, да, который... А, кстати, вот садик новый. Ага. Самый последний построили. Отгрохали садик. Нет, весной, коронный. А, вот тут, по-моему, бассейн, да? Не-не. Ну это улица. Как эта улица нахрен называлась? Рохлин, я уже забыл улицу, ни хрена себе дал. Рохлина, там Комарова. Орняк. Понимаешь? Угу. Вот сарайчик, который перетащил, поэтому он уцелел. А все там остальные сараи сгорели на космонавт. Да, а это как дом, да, как общага типа была, или как он назывался? Да, 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 да.
Цибульский, что-то там. Общага или малосемейка, короче, не пойму. Да-да-да. Там вот дальше спортзал. А, выше нет, спортзал. Спортзал, спортзал по той улице повыше, да, вот это вот. А вон это как, там товары, магазин. А где? Вот. Ага, вот да, тут магазин, промтовары. Вот такие вот дела. Ёлки-палки, что-то творили. Тут Горняцкая вот улица. А вот Горняцкая, где вот наш подъезд, я прям с крыльца стрелял нафиг. Когда в Айкумее закрывали, пофигу. И прям... Это у нас вот дорога на Айкумее, это вот въезд в Айкумее. Дорога жизни. Да, тут стоят вагонетки. Вагонетки. Потому что шахтерский поселок. Порода погрузочная машина. Вот так вот вон. Айкумее, вот. Там он напиши, ой, засними его на стол, вот это, в каком, угу. 41-м году. Надпись уже еле видно, да? Да, в 41-м году основан, война когда началась, елки-палки. Сколько лет уже поселку, нифига себе. А вот даже табличка Олова на первом доме, въезд, СН, Олова. Так она вон и здесь, на вот этом знаке в Айкумее, вон наверху тоже СН. Ага, я тоже снял уже. Вот так вот. Это дорога, въезд. Мертвый поселок в Айкумее. Нижний поселок, двухэтажка, там вот теплица. Сейчас бы в Айкумее было 62 года, да? Угу. Магазин, ёлки-палки. А, стоит еще. В нижнем поселке, ага. Склад ВВ тоже снимите, всё. Вот это вот новая отсыпка здесь. Да, стрелок отсыпали, здоровый сделали. И потом как прорвало один раз нахрен здесь. Где вот он ровно здесь? Вон, следи, следи. А, вот там вот, короче, ее прорвало. И вот там вода подперла туда вот. Дорогу размыло, ну тут здесь всю. Вон, пошел ров туда. Все поразмывало. Смертельных случаев не было. Да. Вот склад ВВ. Взрывчатку хранили там. Тоннами лежало, блин. Сотнями. Я там работал. Да, я, кстати, работал там. Да, год. Два года? Год или там больше. Вот. Ну, это вот дорога пошла на певек. Кладбище вот. Еще в Айкумеевское. На кладбище уже вот семи... Я не подумал-то, она может там была эта... Всеми забытая. Леха пошел порода погрузочную машину. Вот куда у нас. Да, вот такими вот копали в шахтах. Да, было время. Ну залезь наверх, что ты? Чтобы оно видно было, как оно во весь рост, когда ты стоишь. Садись, Кош. Прикинь, жопу подрявлю. У вас. Такие дела. Сейчас, я сейчас такие вот такие снимаю. Ага, ну давай. Леха слазит с нашего постамента.
Все тушить? Хоть на памяти постоим. А я когда-то на такой работал вместе с Русланом. Горбатился в шахте, блин. Ну тут рычаг. Все здоровье там оставил. Один рычаг, тут два рычага, один вперед-назад едет, а другой рычаг подъема. Лица, на тебе лица нет, ты уже все здоровье оставил в шахте. А? Лица на тебе нету, все здоровье в шахте оставил, говорю. Да че я там работал на той шахте? Да. Вот такая вот порода, как она, ПБМ, порода погрузочная машина. Ладно, не...